Армысыздар, қайырлы таң, құрметті Көкше елінің қонақтары мен тұрғындары. Бүгінгі күндеріңіз нұрлы болсын, және де жеңіс күндеріңіз сәтті өтсін. Доброе утро всем тем, кто нас сейчас смотрит. Сегодня 18 января, температура в областном центре составляет минус 17 градусов. Одевайтесь тепло. Желаю в этот день вам воплотить все задуманное и парить с легкостью. Пусть день начнется с улыбки, легко и радостно. Желаю чудесного настроя, легкости в работе и успехов. Энергичного дня вам, приятных встреч и отличных событий. Также сегодня вы можете позвонить по номеру, который указан на нашем экране, чтобы поздравить своих родных и близких с каким-нибудь событием. Приятного вам просмотра! Такая прекрасная и энергичная песня для этого дня. Для начала нового дня, да, Эмгуль? Yeah.
А давайте сейчас перейдем к сегодняшним событиям. Сегодня отмечают день рождения детского телевидения в России. В этот день, в 1963 году, в СССР создали главную редакцию программ для детей центрального телевидения. Самыми успешными проектами, которые до сих пор помнят жители постсоветских стран, стали «Ералаш», «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши». Праздник ассоциируется с детством, призывает задуматься над вопросами, что смотрели наши родители, что сейчас смотрят дети и подростки, чему учат мультфильмы и какие ценности они могут воспитать. Аймгуль, скажи, а ты смотрела такие мультфильмы в детстве и какой твой самый любимый мультфильм? Бала кезімізде әрине барлығымыз телевизор мультик көргенді жақсы көрдік. Соның ішіндегі жаңағы кішкентай кезімізде, ұйықтатар кезімізде анамыз қайырлы түн балапан, сондай қалай. Негізінен көп мультиктар, оның ішінде ең сүйіктісі, былай айтатын болсақ, қазір ойыма келмей тұр, шынымды айтсам, кішкене. Негізінен жаңағы қайырлы түн балапан, жаңағы балапан арнасынан біз негізінен көп қарайтынбыз. Здорово. Классно. А мне вот нравятся тоже эти мультфильмы. Я смотрела в детстве «Ералаш» и «Спят усталые игрушки». Тоже так особенно запомнился мне. Особенно та песенка, вот, которую все так пели. Мне кажется, каждый знает эту песню. «Спят усталые игрушки», «Книжки спят». Одеяло и подушки ждут ребят. Такая приятная песня. Действительно, просто запомнилась. Хотя в детстве я ее слушала, наверное, каждый раз. Да. Перед тем, как уснуть. А еще сегодня день рождения отмечает медвежонок Винни-Пух. 18 января 1882 года в Лондоне родился Алан Александр Миллен, навсегда вошедший в историю как создатель Винни-Пуха. Сегодня этот обаятельный персонаж является, по мнению экспертов журнала Forbes, вторым самым прибыльным персонажем в мире, уступая первенство лишь Микки Маусу. И хотя помимо истории о Винни-Пухе, Алан Александр Миллен создал немало других замечательных произведений для детей и взрослых. Почетным местом в истории он обязан именно игрушечному медвежонку с опилками в голове, купленному в лондонском универмаге Harrods и подаренному на первый день рождения сыну Робину Миллену. Какие у тебя есть события на этот день, Ингуль? 18-ші қаңтар. Негізінен қазір университетте балалардың, студенттердің қысқа каникулдары бітіп, оқуға өздерінің аттаған күндері. Негізінен өзім кезінде студент болғанда осындай 18-20-ші қаңтар аралығында бізде сабақ басталған еді. Негізінен ең бірінші ойыма келіп тұрғаны сол болып тұр. Хорошо, дорогие телезрители, но сейчас давайте посмотрим вместе с вами рубрику «День в истории». В этот день в 1990 году был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания «Мать-героиня» многодетным матерям, проживающим в Казахской ССР. В 2014 году в Алматы состоялось открытие дома-музея Абылхана Костеева. Музей располагается в доме, где он жил с 1957 по 1973 год. Экспозиция выставки знакомит посетителей с наиболее известными живописными и графическими произведениями, созданными Абылханом Костеевым, а также включает богатый историко-биографический материал, фотографии, документы, кинохронику и личные вещи художника. Сегодня отмечается необычный праздник – День зажигания маяка. Маяки всегда притягивали взоры и внимание людей своим романтизмом, особым значением для моряков и даже своей уединенностью на мысах и крутых скалах, выступающих в море. На протяжении многих сотен лет маяки имели огромное значение для морской навигации, часто становясь фактически спасением для изможденных штормами экипажей кораблей. А еще сегодня день рождения отмечает медвежонок Винни-Пух. 18 января 1882 года в Лондоне родился Алан Александр Миллен, навсегда вошедший в историю как создатель Винни-Пуха. Сегодня этот обаятельный персонаж является, по мнению экспертов журнала Forbes, вторым самым прибыльным персонажем в мире, уступая первенство лишь Микки Маусу. И хотя помимо истории о Винни-Пухе Алан Александр Миллен создал немало других замечательных произведений для детей и взрослых, почетным местом в истории он обязан именно игрушечному медвежонку с опилками в голове,
купленному в Лондонском университете Хэрротс и подаренному на первый день рождения сыну писателя Кристоферу Робину Милну. Я бүгін сондай керемет күн тағы да. Қайырлы таң дейміз, арнамызға жаңадан қосылып жатқан көрермендер болса, күндеріңіз сәтті өтсін, жұмыстарыңызға жеміз, және де табыс тілейміз. Жалпы, Вероника, сен жұлдыз жорамалына сенесің бе? Әркім өзінің бүгінгі жұлдыз жорамалын білу үшін соған сеніп жатқан адамдар болады. Ты веришь в гороскоп? Я әртүрлі адамдар болады. Кейбіреуі сенеді, кейбіреуі сенбейді. Бірақ сонда да біз жаңағы біздің әріптестеріміз арнайы біздің көрермендер үшін өздерінің кезекті рубрикалары күндеріңіз сәтсіз өтсін деп, өздерінің күндерін біліп жүрсін деп жұлдыз жорамалын ұсынып отыр екен. Ал ендісе көз жүгіртіп бүгінгі жұлдыз жорамалын білейік. Тоқты. Өмірлік мақсаттарыңызды айқындап, жоспарларыңыз жазылған тізімді жаңартатын кез келді. Орындалмас армандарды шетке сырыңыз. Осы тұста жақындарыңыздың пікірінде ескергеніңіз жөн. Торпақ. Осы күн ішінде белсенділікті төмендеткен жөн. Өткені асығамын деп, қателік жіберуіңіз мүмкін. Болашаққа жоспар құру барысында бірнеше нұсқаны қатар қоюды ұмытпаңыз. Мақсатыңызды өзгертетін жағдайларға тап болуыңыз мүмкін. Қиял әлеміне қош айтысып, шынайы өмір сүруді жөн көресіз. Егіздер. Күннің алғашқы бөлігінде басыңызға түрлі идея оралады. Мүмкіндіктердің көп болатындығы соншалық, арасында таңдау жасауыңызға тура келеді. Сол кезде жақын адамдарыңыздың пікіріне құлақ асыңыз. Шаян. Бір сәтке көзіңізді жұмып, жүрегіңізді дүрсілін тыңдап көріңіз. Оны есте салысымен өмірдің ағының, тіршіліктің қайнап жатқанын сезінесіз. Орында мүмкіндігіңіз болмағандықтан ешкімге уәде бермеңіз. Әлін білмеген әлек болады демекші. Атан түйеге өзі көтере алатын жүкті ғана артқан жөн. Арыстан, барлығы сіздің қолыңызда еместігін мойындайтын сәт келді. Өзге адамдардың пікіріне де құлақ асып, топпен жұмыс істеп жүргендеріңізді түсініңіз. Бүгін салауатты өмір салтын ұстанып, таза ауада көп жүруіңізге тура келеді. Бекеш. Салдары жаман болғандықтан бүгін асығы шешімен ашуға боялдырудан аулақ болған жөн. Жақын адамдарыңызға құпияны әзірге айтпаңыз. Өткені материалдық, рухани құндылықтарға байланысты көзқарасыңыз өзгеру мүмкін. Жаңыз жаңа сезімге құмартуда. Таразы. Көңіл көтеріңіз, қыдырыңыз, демалыңыз. Көрші қаланы аралауға аттаныңыз. Көңіл қалаған жаққа барып келуге таптырмас күн. Жалған романтикаға алданып қалмаңыз. Бүгін жақсы таныстық үшін таптырмас күн. Әр таныстық өз несебімен келеді. Сары шаян, көпшіліктің көзайымына айналғыңыз келсе, жұмбақ жан болып көрінуге тырысыңыз. Шығармашылықпен айналысуға уақыт тауып, философиялық кітаптар оқыңыз. Өзіңіздің түйсіңізге сеніп, ешкіммен ренжіспеңіз. Мерген, мақсатына жетпесе тынбайтын жанға айналуға тырысасыз. Армандарыңыздың орындалатындығына өзгеден бұрын өзіңіз сеніңіз. Қателіктеріңізді анализдеп, алға қадам басыңыз. Дәл қазір өзгелердің де мақсатын жүзеге асыруға көмектесе аласыз. Махаббат сезімнің тәртіпке бағана қоймайтындығын ескеріңіз. Қандай жағдай болмасын, көңіл күйіңіз түспесін. Тау ешкі. Бүгін еңбегіңіздің жемісін жейсіз. Бойыңыздағы күш-қуатыңыз спортпен айналысуға да, жақсылап көңіл көтеруге де жетеді. Алайда күдікті іспен шұғылданудың қажеті жоқ. Себебі нар тәуекелге барамын деп қолыңыздағы бақыт құсын ұшырып алуыңыз мүмкін. Бүгін сіз үшін сәтті күн болмақ. Су құйғыш. Бүгін қолыңыздан барлығы келетінен көзіңіз жеткізесіз. Сүйіктіңізді қатты ренжітесіз. Бірақ кешке бәрі қалпына келеді. Ал жалғыз жүрген жандар достарымен жиі кездесуге барғандары жөн. Балықтар. Бүгін көп іске нүкте қоюға себепші болады. Көп мүмкіндікті жіберіп алғаныңыз үшін өкінбеңіз. Өткенді өзгерту қолыңыздан келмесе де, оған дейін көзқарасыңызды өзгерте аласыз. Ақылды емес, жүрегіңізді тыңдаңыз. Сонда ғана жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады.
Дорогие телезрители, не забывайте, что вы можете позвонить по номеру, который указан у нас на экране, чтобы поздравить своих родных и близких с каким-нибудь особенным событием. А сегодня у нас в гостях тренер по водному полу Капезов Еркебулан Кайркенович и спортсмен Кайркильда Султану Али. Очень приятно. Здравствуйте. Как ваши дела? Все отлично, спасибо. Ваши как? У нас хорошо. Еркебулан, первый вопрос, который я хотела бы задать. Расскажите, пожалуйста, о водном поло. Когда его стали развивать в Акмолинской области? В Акмолинской области начали развивать с 2016 года. У нас был направлен в наш город тренер Бесинаев Алан Талгатович. Он здесь начинал это все развивать. Сам он являлся раньше членом национальной сборной по водному поло, выступал за Казахстан на мировых аренах. И он, так сказать, проложил путь здесь к открытию данного вида спорта. Сейчас он работает в другом месте. Я являюсь главным тренером Акмолинской области по водному полу. Здорово. Расскажите в целом, пожалуйста, что такое водное поло? Водное поло – это один из тяжелейших, прекраснейших видов спорта. Физически очень сложный, то есть присутствуют элементы плавания, также элементы игровых видов спорта. То есть спортсмен должен находиться в воде, на плаву, не касаясь, то есть дна бассейна, соперничать с другой командой в количестве, то есть в нашей команде, допустим, 6 человек, плюс вратарь, это общее количество в поле 7 человек. И команда соперника то же самое, то есть 7 человек с вратарем. Играют они одной рукой, двумя руками мяча касаться нельзя. То есть есть время атаки, время защиты. Вот, в принципе, такой игровой вид спорта. Интересно. Там борьба да, между собой, то есть бывают и драки, всякое может быть. То есть тяжелый вид спорта очень, на самом деле. Да. Я даже не знала, что одной рукой только можно да, играть. Только одной рукой, вратарю только единственно можно, двумя руками ловить, бросать. А все игроки, находящиеся в поле, они должны играть одной рукой. Понятно. Султан, расскажите, пожалуйста, о себе. Где вы учитесь, чем вы занимаетесь? Получается, меня зовут Султан Али. Получается, мне 15 лет. Сам я, получается, 2008 года рождения. Родился 5 августа. На данный момент я учусь в специализированной областной школе для одаренных детей номер 3, Дарын, которая находится в автогородке. Сам, получается, кроме водного пола, каких-либо хобби, дополнительных занятий я не имею. Жалпы, Султан Али, осы спорт түріне сізге келуге, осы спорт түрімен айналысуға не себеп болды? Он бір тарихы бар. Мысалы, мен осы 8 жасымда осы Бесинаев Алан Талгатовичті далада көргем, және ол осы мені, және тағы бір ағам бар. Ол осы екеумізді көріп, ол бізді осы судобына бізді шақырған. Я жалпы ол кісі осы спорт түріне сізге келуге себепші болып отыр, иә? Сосын кейін сіз осы спорт түріне дайын екеніңізді, осы спорт түрі сіздің жаныңызға жақын екенін қалай түсіндіңіз? Мен осы келесі тренировкаларға келгенде, мен осы қалай оны ойнау керек екен, өзім ойнағанда өте маған жақын болған. Осы мен ойнағанда мысалы маған өте қызықты болған, сондықтан да осы спортпен мен айналыстым. Керемет. Еркебулан, расскажите, пожалуйста, сколько людей посещает данный вид спорта? На данный момент? На данный момент у нас базируется около 70 детей разных возрастов. Также мы выступаем в нескольких возрастах, в чемпионатах Казахстана. Количество очень немаленькое. Но это все вот трудоемкий процесс. Начинали, как так сказать, вообще детей было очень мало изначально. Сейчас прям популяризация хорошая. С чем это связано, скажите, пожалуйста? Наверное, с работой, с результатами. То есть очень долго добивались результата в плане на республиканских турнирах было очень сложно. А сейчас наша команда вот, от Акмолинской области одна из сильнейших считается вообще в республике. Это здорово. Да. Вы как тренер учите своих учеников, спортсменов. Как вы успеваете уделять каждому внимание? Или как вообще этот процесс проходит обучение?
Имеете в виду на всех от 70? Да. Ну, в целом, знаете, я какая-то же командный вид спорта. Угу. Я в свое время занимался индивидуальным видом спорта, то есть я вообще пловец. Меня пригласили работать изначально, вот, и я каждому ребенку отношусь индивидуально, каждого по-своему люблю, они это знают прекрасно, и поэтому также отдаются на тренировках, поэтому если ребенок отдается полностью на тренировке, то и результат себя не заставит долго ждать, просто нужно любить детей и свою работу, и все будет классно. Жалпы осы спорт түрінде балаларды жаттықтырғанда олардың жас ерекшелігіне қарай бөлінеді ме, әлде барлығы бірге жаттығады ма? Жас ерекшелігіне әрине бөлінеді олар. Бізде мысалға ең кішкентай возраст ол бізде 2013-2014 жылғы туған балалар. Иә, олардың әлі чемпионаттар алда, әлі басталған жоқ. Одан кейін келесі екі жыл жас арасында олар бөлінеді солай. Султан Али, у тебя очень много наград, как мы видим. Расскажи, пожалуйста, о них. В целом, когда первую медаль ты получил? Какую? На данный момент, получается, свою первую медаль я вспомнить не смогу, но могу рассказать про свою самую первую значимую медаль. Конечно, получается, да. Вот это вот, получается, моя самая первая республика. Получается, у меня в общем, я выиграл, получается, три республиканских чемпионата. Но вот это была моя самая первая, получается. Выиграл я ее в возрасте 10 лет. Жалпы не себе, кто осы медаль сен үшін қатты маңызды болып тұр? Себебі бұл медаль менің осы спортивный достижениеларымда өте ең бірінші сондай значимый медаль болған. Мен осы ең бірінші тур мен кезімде Алматыда болған, екінші тур Өскеменде, және үшінші тур бізде болған, Көкшетауда. Осы үш турда біз сонда екінші турда біз бір рет жеңілдік, ал қалған барлық ойындарды біз жеңдік. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил заниматься именно этим видом спорта? Получается, как я до этого и говорил, мне этот спорт довольно-таки интересный был. Я, получается, пришел на первую тренировку, я, получается, более-менее научился плавать за это время. И первая воскресная тренировка, когда меня пригласили на нее, я увидел, как дети играют. Получается, такие же дети, как я, кто-то постарше, кто-то повыше, кто-то посильнее, но такие же дети. А я видел то, что они могут играть, и играют довольно-таки хорошо. Поэтому я поставил для себя цель стать как они и даже лучше. А тебя кто-то привел или ты сам проявил инициативу? Поначалу, получается, меня пригласил вот первый тренер Бисинай Фалын Талгатович. А дальше уже желание ходить у меня появилось само. Здорово. Ирки Булан, расскажите, пожалуйста, на чем ставится упор в тренировке в целом? В первичное время, то есть в самом начале, самое главное – это плавание. То есть большой упор делаем на плавание, над техникой, над физическими данными. Дальше уже спецупражнения, то есть именно работа с мячом, тактические моменты, разборка. Это уже по возрастной категории, то есть делится все. То есть если ребята уже наработали физику, наработали плавание и работу с мячами, уже больше там идет упор на тактику. То есть, по-разному всегда. Работа с мячом непосредственно она сразу в воде проходит или же... Сначала мы начинаем с суши. Суши, да. Да. На суше работают пас между собой, то есть потихоньку-потихоньку переходя в воду. В течение какого времени это происходит? Ну, каждый ребенок индивидуален. В целом мы работаем там самыми маленькими, они где-то недельку могут поработать только на суше с мячами, потом уже потихоньку мы им добавляем. То есть на этот момент они уже умеют плавать, но с мячами пока не работают. И потихоньку мы начинаем уже давать мячи. А вот получается, дети, которые только к вам пришли, они через какое время могут попасть на соревнования? Каждый чемпионат у нас проходит в возрастной категории. То есть, если возраст, допустим, играет в этом году, грубо говоря,
чемпионаты Казахстана у нас делятся на четные даты рождения, которые играют, год мы играем, следующий год играют нечетные. Вот, это первый момент, но ребенок, там, допустим, если 13-го года рождения, он может участвовать по чемпионату, в чемпионате Казахстана по 2012 году рождения. Поэтому как ребенок себя проявит, как, насколько быстро всему этому научится, ну, условно говоря, может быть год, может быть и два, это все по-разному всегда. Да. Хорошо. Жалпы осы сіздердің жаттығыларыңыз аптасына не болмаса, қалай өтеді? Күнне неше сағаттан айналысады күнне балалар? Бір аптада толығымен айналысамыз, демалыс деген болмайды бізде. Таңертең балалар сағат 8:30-дан таңертеңгі 8:30-дан 12-ге дейін айналысады. Ол да жас ерекшелігіне байланысты. Үлкен балалар сағат 8-ден бастап тренажерный зал, одан кейінгі бассейндегі жаттығу сумен айналысып шығады. Ал кіші балалар тек қана бассейнге кіріп, тек қана жүзумен айналысады. Бөлінеді. И және де кешке қарай бізде сағат кешкі 5-тен кешкі 8-ге дейін. Алдағы уақытта қандай жарыс сіздерді күтіп тұр? Алдағы уақытта дайындалып бір жарысқа дайындалып жатырсыздар ма? Иә, қазір дайындалып жатырмыз. Алла қаласа, осы февраль айында бізде 5-ші февральдан 9-ші февральға дейін чемпионат Қазақстан өтеді, 3-ші тур. Осы біздің Көкшетауда өтеді. Ол 2009-шы және одан кіші жасөспірімдер арасындағы чемпионат болады. Султан Али, расскажи, пожалуйста, какие у тебя есть мечты? Мечты, получается, самая главная мечта для меня – это уже, скорее всего, закончить школу и поступить на грант именно в университет. Но если такая, получается, такая маленькая мечта – это пойти по спорту. Выиграть, получается, с Казахстаном, со сборной, попасть в сборную Казахстана и выиграть уже с ней какой-нибудь чемпионат мира, Олимпиаду или чемпионат Азии. Как ты можешь попасть в эту сборную? Расскажи, пожалуйста. Получается, я попаду только если буду тренироваться. Дальше, получается, тренера уже, если заметят меня, то могут и позвать в сборную. Хорошо. А в университет ты сказал, что хочешь поступить. На кого бы ты хотел отучиться? Получается, для себя я бы хотел бы отучиться в IT-сфере, но не углублялся еще именно в кого. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, Еркебулан, как прошел в целом 2023 год для спортсменов, куда вы выезжали и были ли подведены итоги года прошедшего? Прошлый 23-й год у нас было немало выездов. Вообще у нас цикл чемпионатов Казахстана начинается с сентября. То есть в сентябре, начиная с сентября, вот уже с первых месяцев мы начали выезжать. У нас выезжал 2012 год на чемпионат Казахстана, город Караганда, первый тур. Также первый тур у нас проходил по 2011 год рождения, тоже Караганда. Мы вообще чемпионат Казахстана играем регионально. То есть, так как у нас очень много команд, в Казахстане 12-13 команд вообще в целом. Поэтому было предпринято решение поделить регионально, так как игровых дней выходит у нас очень много, дети неделями пропадают на соревнованиях. Поэтому играем регионально. В нашем регионе играем Караганда, Астана и мы. То есть... Жалпы, Султан Али, осы 2023 жылы сен үшін есте қалған бір жарыста болған оқиғамен бөлісші. Не үшін ол жарыс сен үшін ерекше және сенің есіңде қалды? Так, мен үшін осы 2023 жылы болған жарыс ол Тараз қаласында өткен. Біз сонда екінші рет осы бір екі айда екінші рет Таразға барғанбыз. Онда өте біздің әр жарысымыз өте балармен өте қызық өтеді. Біз мүмкін біз жеңсек те, мүмкін жеңілсек те, бірақ балармен біз енді веселимся. Я сонда сол таразда мен осы балалар өте балармен өте қызықты болған. Және сол қалада біз қазір есімде жоқ неше этот команданы жеңгенбіз, неше команданы жеңілгенбіз. Бірақ өте қызықты болған. Жаңа достар таптың, былайша айтқанда, Тараз қаласынан. Иә, өте керемет.
Вот вы рассказывали, Ерке Булан, что проходили соревнования для 2012 годов, да, 2013. Угу. В целом это вы рассказывали тогда еще, что это первое их соревнование, да, было, и вообще как ребята они отреагировали, понравилось ли им. И вы куда-то, по-моему, еще выезжали, или это было в Кокштау? Это было в Караганде. Угу. Первый их выезд, один из первых выездов. То есть ребята в целом, им очень нравятся выезды. Угу. Вот это вот путешествие им нравится, поэтому реагируют они, конечно, всегда положительно. Угу. Но первый мандраж, страх, вот это все присутствует. То есть работаем с психологией, угу, настраиваем ребят, и, соответственно, они выступают. Большие молодцы, поэтому все, да, отлично, правда. Да. Я вот брала интервью у одного мальчика, и он такой прям смелый, говорит, да, было легко. Это здорово, что вы их так настраиваете, что они такие уверенные в себе. Вы можете рассказать, кто вообще для вас является примером для подражания? В целом. В целом, вообще в мире. Ну, для меня всегда идолом, когда я был сам спортсменом, являлся Майкл Фелпс, человек, который поставил все возможные рекорды в плавании и вообще по наградам в области спорта. То есть это для меня всю жизнь останется человеком, на которого я буду равняться. Здорово. Султан Али, а у вас есть такой человек? Так. Получается, пример для подражания лично для меня это был бы мой сокомандник, только возрастом повыше, 2004 года рождения, его зовут Ермек. Вот он сам по себе очень образованный, вот какое-то время он был капитаном 2004 года рождения, он сам по себе очень хороший игрок и очень хороший капитан. Получается, я занимался с ним еще с самого начала и всегда смотрел на него как на своего, получается, учителя. Расскажи побольше о тренировочном процессе. Как ты готовишься? Так, получается, в какие-то дни у нас тренировки начинаются в 5, какие-то в 6, получается. Вот вторник, четверг, суббота, когда есть тренажерный зал, он начинается с 5 до 8, получается. Вот с 5 до 6 у нас тренажерный зал, а дальше, получается, у нас бассейн. А вот в остальные дни с 6 до 8 у нас просто бассейн. Мы на суше вначале разминаемся, дальше плавательная часть, а уже, если вот получается под конец ворота, под конец уже ворота. Получается, мы или играем, или просто стучим. Получается, с самого начала важно хорошо размяться, да? Прежде чем зайти в воду. Да. А что это тебе позволяет, что это тебе дает, когда ты разминаешься? Когда я разминаюсь, мои мышцы уже, получается, в воде очень сильная нагрузка именно со стороны мышц. Вот на мышцы идут очень сильная нагрузка. Если перед тем, как зайти в воду, не размяться, то дальше можно что-то потянуть или что-то травмировать. А если ты, получается, уделишь буквально минут 10-15 на разминку, то дальше ты уже начнешь легче плавать, легче кидать, удар будет сильнее, и шанс травмы будет меньше. Спасибо, что поделился. И еще хотела бы задать такой тебе вопрос. Ты довольно давно уже этим занимаешься, и есть ли какие-то до сих пор у тебя сложности? Ну, трудности бывают, когда ты что-то, тебе приходится преодолевать, становиться выше. Получается, сам вид спорта очень довольно-таки трудный, и проблемы с выносливостью, получается, есть у всех. У нас, получается, да, такая команда, то, что, как сказать, получается, очень сильно устаешь и... Это выматывает, да? Да, это сильно выматывает, и... Получается. Ну там всего небольшое время, насколько я знаю, есть, он делится, да, на 3 тура или как? Именно сам игровой процесс, да. Игровой процесс делится на 4 периода. А, 4 да, периода. Да, мы играем 4. По сколько периода? Минут? По 8, да? Да, старший возраст, как Султан Али, они играют уже по 8 минут практически без перерыва. Там перерыв буквально минута между периодами. Разобрать тактические моменты и план на игру вообще в целом. А перед периодами есть отдых, да? Сколько минут это? Или нет? Между периодами минута. Минута? Грубо, да, минута отдыха, да. Ну, плюс есть замена, но в команде, допустим, как сейчас Султан Али играет старший возраст, да, замен у нас пока маловато,
даже уже маловато, поэтому, ребята, кто-то учеба, кто-то еще что-то выбирает свой дальнейший путь. Мы в любом случае поддерживаем их. Ну, да, да, это уже их выбор осознанный, поэтому им приходится тяжеловато без замен. Очень тяжело. Да. Конечно, 4 периода. Да, по 8 минут. Расскажите, пожалуйста, откуда у вас появилось стремление учить детей? Вообще в целом. У нас с мамой вообще в целом семья педагогов. У меня мама педагог с большим стажем, да. И сам я очень люблю спорт. Я всю жизнь отдал спорту. То есть в детское время я тоже не знал ничего, кроме спорта. Мама сама спортсменка, так же сама. Вот, и с детства она меня таскала. Дальше поступление в педколледж, университет. И вот потихоньку начали работать с детьми, и я понял, что это оказывается прекрасно. Жалпы өзіңіз қай жерден тумасы, және осы спортқа ең бала кезден бастап келген шағыңызды айтып берсеңіз. Өзім Шучи қаласының тумасымын. 1997 жылы сол Шучи қаласында дүниеге келдім. Көкшетау қаласына біз анам екеуміз 2006 жылы көшіп келдік. 2006 жылдан бастап анам мені дворец спорта Бурабай соған жүзу секциясына берді. Сол кезден бастап мен жүзу секциясымен айналысып, одан басқа жаңағы баскетболға, футболға барып, ең соңында жүзу секциясын таңдап, упор дейді ғой, сол жүзуге қойдым. Ақырын-ақырын солай жүзіп, үйреніп, осы спортты сүйе бастадым. Жақсы, керемет. Ендіше кезекті біздің әріптестеріміз дайындаған рубрикаға кезек берсек. Виктория Торгунакова, казахстанская бизнес-вумен, генеральный директор Тикетон. В электронную коммерцию Виктория пришла в 2014 году. До этого девушка работала маркетологом в местном филиале французской сертифицированной компании, параллельно обучаясь в магистратуре. Когда писала диссертацию, устроилась работать на общественных началах в Ассоциацию казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции, чтобы собирать данные рынка. Принимала участие во всех проектах, в том числе в организации «Черная пятница» и «Кибержума» и составлении различных рейтингов. Тогда же присоединилась к группе организаторов интернет-премии Award.kz. В итоге поняла, что эта отрасль мне интересна больше, рассказывает Виктория. В январе 2015 года по приглашению акционеров она вступила в должность руководителя сервиса онлайн-продажи билетов «Тикетон». Главной задачей было превратить стартап в масштабный бизнес. Ведь, по словам Виктории, результаты 2014 года практически не отличались от дебютного 2013. В 2015 году мы впервые стали продавать билеты на матчи Лиги чемпионов. Для казахстанских команд тот год как раз выдался успешным. Тот шаг я считаю одним из основных толчков, которые принесли Тикетону известность. До 2016 года мы даже не выделяли бюджета на рекламу. Сегодня с компанией сотрудничают 120 объектов культуры и спорта и более 200 концертных залов в 15 городах страны, говорит девушка. Я біз эфирімізді жалғастырамыз, қайырлы таң дейміз, тағы да арнағымызға жаңадан қосылып жатқан көрермендеріміз болса, күндеріңіз сәтті өтсін. Дорогие телезрители, но мы продолжаем, и хотелось бы задать следующий вопрос. Еркебулан, вы до этого сказали, что ваша мама, она спортивный человек. Чем она вообще занимается? Занималась, возможно? Да, в свое время, по молодости, мама занималась лыжами, настольный теннис, игровые виды спорта. Последнее время, да, уже когда стала возрастной, часто выступала в многоборьях, зимних, летних, ей без разницы, где выступать, она вот прям такой вот спортивный человек. Подвижный, всю жизнь отдала. Да, активный, да, это здорово. Да. Ей сколько сейчас лет? Ей 57 будет. И она до сих пор занимается? Старается, да. Молодец. Она еще преподает? Да, преподает в школах. По часам, по чуть-чуть, понемножку. Классно. Сколько позволяет. А вы сами отучились, получается, в педколледже на кого? Первое образование, педколледж, да. Преподаватель физической культуры и спорта. Дальше высшее
университет имени Абай Мырзахметова, та же самая специальность. Магистратура или это просто высшее образование? Просто высшее образование, просто высшее. Да. Султан Али, расскажи, пожалуйста, о твоей семье. Сколько у вас вообще детей? Я, получается, живу в многодетной семье. В моей семье 6 человек. Нет, в общем, вместе с родителями 8. Шестеро только детей. Самому старшему 23. Вот только вчера, кстати, моя женьгешка, получается, родила. Поздравляю. Он стал отцом. Спасибо. Рахмет. Дальше идут двойняшки, им по 22. Дальше иду я. У меня также есть двойняшка, нам по 15. А также есть самая младшая сестренка, ей 9. Очень круто. Как вы вообще время проводите вместе со своей семьей? Очень часто мы выезжали куда-нибудь на природу, возможно, куда-нибудь в какое-нибудь кафе, посидеть всей семьей. Получается, мы могли также и с другими семьями, вот, получается, наши родители собираются, 3-4 семьи, берут с собой своих детей, и мы, получается, они там свое, мы свое, и так и проводим. Круто, здорово. Ирки Булан, у вас много детей, 80, вы сказали, с которыми вы занимаетесь, и есть ли у вас вообще время на то, чтобы посвятить себе его, отдохнуть где-то? Ну, вообще, в целом, всегда в работе. То есть помимо, да, работы в бассейне или в комплексе, есть еще работа домашняя, контроль какой-то. Ребята растут, поэтому мы отрабатываем там, совместно с родителями бывает, да, то есть домой приходишь и начинается, то есть, грубо говоря, домашняя работа. То есть там где-то документация тоже. То есть, ну, времени заняться собой стараемся, также тоже поддерживать форму спортивную, заниматься в залах и в бассейне. Поэтому время для себя всегда найдется. Ну, это хорошо. Да. Еще хотелось бы задать такой вопрос. Какие у вас есть планы на этот год? Выезды, тренировочные сборы, возможно? Да, планов очень много. Так как мы в прошлом году выступали 12-11 год, к сожалению, нашей команды они не пробились в финальные туры. Но один возраст у нас сейчас зацепился за финальные туры, грубо говоря. Это 2009 год, вот сейчас в феврале, который будет проходить, у нас тур, третий тур, по нему будем определять дальнейших проходцев в остальные туры. То есть, ну, мое личное предположение, что мы дальше пройдем, приложим все усилия и дальше будем выезжать. То есть впереди вот самый основной, вот наш местный тур, который у нас будет проходить. Приедут команды из других городов, будем их встречать, поэтому приглашаем всех смотреть, что это такое водное поло. Да, здорово. Республиканский турнир, там сколько этапов нужно пройти? Как это вообще проходит? Республиканский турнир проходит вообще в целом в 3 этапа. То есть играем 3 тура регионально, после играем финальный 4-й тур. Сейчас вводится обновление, то есть бывает, что сейчас проводят один короткий тур, другой длинный тур, короткий и снова длинный тур. То есть, почему это делается, опять же, исходя от учебы в школе, то есть создаются проблемы. Также выезды национальной сборной, молодежной сборной, потому что у нас ребята некоторые сейчас учатся в интернате, именно с Кокчетава, в республиканских интернатах, и смотрят на их расписание вообще в целом, чтобы они не попадали и не совпадали с чемпионатами РК нашими местными. Ну, я заметила, что в основном почему-то выходные, да, больше упор делается? Стараемся делать выходные, да, чтобы лишний раз ребята не отставали в школе. От учебы, да? Да. Султан Али, расскажи, пожалуйста, о своем тренере вообще. Кто он для тебя, как много времени он тебе, как он тебе вообще помог достичь, вот, может, каких-то определенных высот? Получается, если рассказать вот про Еркебулана Керкеновича, то я с самого детства занимаюсь именно у него. Какое-то время я, получается, занимался у Бесиная Валентина Талгатовича, но отрезок своих тренировок я занимался именно вот у Еркебулана Керкеновича. Вот этот человек, получается, он поставил для меня мое плавание, получается. Сейчас техника, что я имею, получается, все мои результаты именно по плаванию я имею благодаря нему. Он дал мне старт в этом спорте, и я очень благодарен ему за это.
Получается, он мне уже скорее получается как старший брат уже, потому что столько лет вместе. Здорово. Хорошо, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли и поделились о своих достижениях, о своих планах. И сейчас вы можете посмотреть на третью камеру и что-нибудь пожелать своим родным, близким, коллегам. Всем нашим родным, близким, коллегам и вообще в целом всему Казахстану в первую очередь занимайтесь спортом и будьте здоровы всегда. Спорт – это круто. Да, это круто. Султан Али. Диана Жинге. Балан кутты болсын. Поздравляем. Здорово. Спасибо, что сегодня пришли к нам. Ну а сейчас, дорогие телезрители, мы перейдем на музыкальную композицию.